Буся! Бусяся! Буська! Ну где она ходит? Ребят, вы случайно не видели Бузязю? Я тут такое придумал! Скажу вам по секрету! Супер-попер-мега-эксперимент с яйцами! О, Бузязь, кажись, идет! Буська! Греби быстрей, а то не успеешь! Сейчас замутим супер-крутой эксперимент! Я уже все придумал! Ой, Бузязя, ну наконец-то, где тебя носит? Ой, да спала я, спала! Чего раскричался? Да ребята уже тут, пора выпуск начинать! О, точняк, всем привет! Ну вот сейчас Вера подгребает и все, начинаем уже! Привет, свинки! Привет! Что это у вас тут за экстренное совещание? Ну, я кое-что придумал! Ну-ка, лись, Кузьма, что за идея? И зачем вам целая бутылка фейри? А что, вкусненького ничего нету? Да подожди ты, Бузя, дай мне рассказать про яйца! Ну, все понятно, расходимся! Ну, рассказывай, Кузя! Да ну не мешай! Будь здорова! Это случайно же! Так, соберитесь и расскажите уже наконец-то, что за идея? Да тренд такой новый на ютюбе! Берешь яйца куриные, ой, как хорошо, и смешиваешь их с разными жидкостями. Вот, например, с фейри. А в чем смысл? Посмотреть, что будет. А это интересно. Ладно, свинки, будут вам и яйца, и куча интересных жидкостей. Ждите меня тут. Что, паразиты завелись? Да, завелся тут один. Кузей зовут. Так, яйки, яйки, лучше взять побольше. Такс. О-оу. А у меня тут всего 3 осталось. Маловато будет. Ну, ничего не поделаешь, в магазин я точно не пойду. Ой, ура, яйки, яйки! Яйки подъехали! Вот вам яйца от зайца. Чего? Чего 3? Да что же это за эксперимент такой будет на 3 яйца? Курам на смех. Ну я же не виновата, что кто-то из вас их поел. Я точно не ел. Яйца есть? Ты что, Вера Живодерина? Из них же цыплятки получаются. Зачем же их есть? Ну, в общем, не важно. Яиц у нас 3 штуки. Значит, получится коротенький такой эксперимент. Давайте возьмем самые интересные жидкости. Предложения будут? Ну, одно яичко мы точно смешаем с фейри. Да, а второе можно с лимонным соком. Противно. Фу, какая гадость. Тоже интересно, что будет. Нет. Ой, фу, кислятина. Яичку это точно не понравится. Остается одно. Что же взять? О, Вера, твоя очередь придумывать. Да, легко. Итак, одно яйцо мы смешаем с концентрированным лимонным соком. Интересно, как будет взаимодействовать яичный белок и кислота. Яйко номер раз. А второе? Второе предлагаю смешать с соевым соусом. У нас классический, обычный. Кто пробовал, знает, что это суперсоленая жидкость практически черного цвета. Друзья, а вам интересно, какой гоголь-моголь получится из этих 2 ингредиентов? Oh, yeah. Тогда ставьте лайк! Ну и фейри достается 3-му яичку. Начнем с... Для 3 яиц нам понадобится 3 мензурки. Бузя, перестань грызть яйцо! Да я не грызу! Я проверяю его на целостность! Да ты там чуть дырку не прогрызла! Я видел! Ой, да что я видел? Господа ученые, эксперимент вообще-то начался! Эй, сюда! Стаканы не трогайте! Да я же помочь хочу! Первое яйцо мы разбиваем в стакан с соевым соусом. И смотрим, как оно себя ведет. Ну, пока что никак. Лежит себе, как ни в чем не бывало. Яйца от китайца. Да, это точно. Во втором стакане мы замиксуем яйцо и лимонный сок. О, кто пьет такую кислятину? Ну, может, кому-то и нравится. О, друзья, а вы когда-нибудь пробовали лимонный сок? Чистяком! Напишите мне в инсту, кто пробовал и смог после этого выжить. Хорошенькие у тебя опросы, Бузя. Посмотрим, удастся ли выжить нашему яичку.
О, походу ему это не очень понравилось. Смотрите, какая пена стоит. Кузя, ты что, туда фейри уже добавил? Да ничего я не добавлял. Ну а что она тогда вспенила все? Да я не знаю. Ой, Кузя, ну ничего ты не знаешь никогда. А что ты знаешь? Одно я знаю точно. Ребятам, которые на нас еще не подписаны, нужно нажать на красную кнопку, чтобы она стала серой. О, вот это по делу. Ну и фейри. Для мытья яиц, конечно, не подходит, но что поделаешь? Спецзаказ от Кузи. Так, и еще слой моющего. Ну, как бы все. Получился вот такой слоеный гоголь-моголь. Вера, может, на вкус попробуешь? Расскажешь, как оно? Ага. Добренькие вы у меня, однако. Еще бы предложили мне выпить яйцо с лимонным соком. Ну и коктейль. Не, Вера, я знаю, что тебе понравится. Яйца от китайца. Некультурно. Ой, да. И покушал, и запил. Ты как там жуешь? Да ничего мне тут нету. Вера, ну а дальше что с этими яйцами? А дальше нужно подождать. Пусть наши яйца стоят вот так целую ночь. А утром мы посмотрим, что же из этого получилось. Ребята, пожалуйста, припожалуйста, не пропустите следующую серию. Иначе мой эксперимент пойдет на смарку. Вы же не хотите этого? Я знаю, вы хорошие. Вы обязательно посмотрите следующую серию. Ох, ненавижу ждать. Друзья, если вы тоже, то кликайте на видосик, который появился у вас на экране. Так время ожидания пройдет гораздо быстрее. Скоро увидимся. Тялки-палки. Нет, ну это не Бузя, а какая-то свинка-невидимка. Ну вот вечно как спрячется, ищи ее потом. А уже, между прочим, утро наступило, и пора проверять наши яйца. Так, надо искать. Бузя! Бузя! Иди сюда. Яйцы, яйцы, улыбайцы. О, ребята, хорошо, что вы уже тут. Вот бы еще Бузю найти. Да нашлась уже, нашлась. Ну и что, где была? Опять спала? Нет, кушала. Серьезно? А что кушала? Не скажу. Травку сочную. Ты глянь, угадал. А меня даже и не позвала даже. Кузенька, ну ты же у нас ученый. Ну да. И что с того? Да тебе не про желудок думать надо, а вон, про яйца. Кузя, это ты воздух испортил. А что сразу я? Это яйца воняйцы. Я тут ни при чем. Ну эксперимент-то твой? Мой. И значит и яйца твои. Всем доброе утро. Привет. Ну как вы тут? Хорошо. Просто отлично. Да я у яиц спрашиваю. В соевом соусе яйца вообще не видно. Так. А в лимонном концентрате оно как будто сварилось. Смотрите, друзья, совсем белое стало. Вера, посмотри, что там с фейри. Фейри? Так, яйцо ушло на дно. Кстати, запах от этого фейри стоит на весь дом. Во, я же говорил, что я ни при чем. Ага, ни при чем. А вообще прикольно выглядит. Так, ну что, господа ученые, предлагаю на этом не останавливаться и начать операцию по извлечению яичек. Шлепайте лайк и приступим. Ну что, начинаем погружение. О, так яйцо оказывается на месте. Просто белок почернел. Ну или покоричневел. И замаскировал желточек, который, кстати, остался совершенно целым. Ну, свинки, как вы там говорили, это блюдо называется? Яйца от китайца? Да! Сырое яйцо в соевом соусе! Вкусняха! О, Вера, попробуй и скажи, как оно тебе на вкус? Да я и так знаю, склизкое и соленое. О, а давайте так, если этот видос наберет 10 тысяч лайков, то Вера попробует яйца от китайца. А давайте, все равно не наберет. Не подведите, друзья! Больше всего мне интересно достать вот это яйцо. Кажется, что оно просто сварилось. Ну-ка,
Давай. Опа! Ну вот, желток отвалился. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А белок свернулся, побелел, но остался таким же жидким, как и был. Выглядит противненько. Фу, гадость. Кузя, я тут недавно глянула статистику. Представляешь, на нас подписывается только каждый третий. А остальные шпионы. Ничего себе, сколько шпионов. Друзья, ну-ка быстро все подписались. Да, и ты, девочка, тоже. Продолжаем. У нас осталось яйцо, которое мы залили Фейри. Ну, во-первых, весь гель собрался на поверхности, а яйцо внизу. И, ребят, оно как будто превратилось в желе. Или жидкий лизун. Прикольно. Ого! Да это же открытие века! Если смешать фейри и яйцо, получается слайм. Ну, Кусь, я бы не торопилась с такими выводами, потому что играться с этим слаймом, ну, как-то не хочется. Желток в стакане с фейри, кстати, уцелел. О, а давайте придумаем название этой яичницы. Пишите свои варианты нам в инсту. Ну и больше всех остальных пострадала кислотная яйка. Если в первых двух стаканах желтки остались целыми, то тут у нас гоголь-моголь. И что? Это все? Беспонтовый эксперимент. Ох, Бузя, не сыпь мне соль на яйца. А что такого? Ты знаешь, как я хотел, чтобы получился супер-пупер-мега-эксперимент? Ну? А получился гоголь-моголь. Хапчу! Да ладно тебе, ну с кем не бывает. Да, Кузька, не расстраивайся. Я думаю, ребятам все равно было интересно. Хей! И ты, Бузи, не расстраивайся. Тебя я тоже могу почесать. О, а давайте так. Пусть ребята накидают нам в инсту вариантиков. С чем еще можно смешать яйцо? Да. А потом мы возьмем все эти варианты и как устроим супер-пупер-мега-крутой эксперимент. Да, и возьмем яиц побольше. Штук 15. Ой, ну меня опять почеши, пожалуйста. Сколько можно его чесать уже? Я вообще-то расстроен. Ага. Вижу, рожа довольная, как у слона. Так, слоны, а может пора уже выпуск закончить? Ой, да, точно. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам все-таки понравился наш эксперимент. Хоть он и не совсем удачный. Ну а если вы не в курсе, кто это все придумал, то посмотрите первую серию. Вот она, у вас на экране. Ну все, телепузыки кажуть, бувай. Увидимся в новом выпуске. Молодцы. А теперь погнали убираться. Не хочу, не буду, это не мои яйца. А я до сих пор расстроен.